Губернатор Александр Мор прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что Запсибкомбанк войдет в состав группы ВТБ. Глава региона считает, что этот шаг придаст, я цитирую, «импульс для дальнейшего развития, ведь клиенты получат доступ к новым финансовым возможностям». А если учесть, что банковская система – один из ключевых факторов, способствующих росту экономики, то в плюсе окажутся и десятки тысяч предприятий, которые обслуживаются в кредитной организации. Конец цитаты. Напомню, сегодня стало известно, что ВТБ достиг договоренности с акционерами Запсибкомбанка о приобретении более 70% акций. В результате подписанного меморандума планируется, что к 2020 году крупнейший на Урале банк перейдет под бренд ВТБ. Клиенты при этом, как заверяют в Запсибкомбанке, никаких неудобств не почувствуют.